У Путина сегодня день рождения. Что бы вы хотели ему пожелать? Ну, чтоб не было у нас войны и все нормально, чтобы было. Что еще? Чтоб здоровье у него было. Чтоб дольше побыл этим президентом. Чтоб подольше побыл этим президентом, бабка в разрушенном и обшарпанном доме поздравляет своего вождя. Путин уже у власти очень много лет. Сам говорил, что если больше 7 лет у власти, то с ума можно сойти. С ума выжил не только он. Народ, живущий в нищете, не хочет и не желает ничего понимать. Народ не хочет жить достойно. Насколько загаженный ящиком мозг, что пуйловские фанаты даже не понимают, что нечеловеческие условия, в которых они оказались, продукт деятельности именно их кумира –